Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхёртс, и это у нас игра Getsufuma Den Undying Moon. Мы уже смотрели первый, скажем так, взгляд на нее. И буквально 3 секунды, о чем хотелось бы сказать. Оказывается, это Konami какие-то свои перезапуски старых франшиз делает. Да, игра, как отметили в комментариях, очень похожа на Dead Cells. И еще я бы хотел, наверное, публично принести извинения в плане оптимизации игры. Я так говорил в прошлом видео, то, что игра у меня стоит на SSD. Но на самом деле, когда я игру скачал, применил всякие кряки. Ну, знаете, в Steam новая система, политика скачивания игр, надо скачивать, потом файлы заменять, ну, сами понимаете. Вот, и я с HDD на SSD забыл перенести игру, поэтому все видео тогда и сейчас, игра у нас грузилась на HDD. Вот, но ознакомительная версия осуждаю, но надеюсь на всеобщее понимание. Короче, давайте продолжим и попробуем поиграть. В целом, концепт игры весьма-весьма недурный. Возможно, что-то хорошее будет в итоге. Пусть японская... Не знаю, японский фольклор, японская мифология мне и далека, но попробуем. Тем более вам вроде бы понравилось. А это ли, как говорится, не самое главное? Сегодня у меня 25-е, совсем скоро должен будет выйти Biomutant. Слушайте, игра прям в середине рана заканчивается и потом продолжается. То есть выходить можно в любой момент. Это же просто легендарно. Так, это свап оружий. Сейчас я 3 секунды вспомню управление. На треугольник. Окей, понял плюс понял. Так, видимо, нам наверх. Коли здесь нет, слушайте, игра подлагивает стала. И причем, откуда он появился? Причем, я сам это вижу, что игра подлагивает. Но делать, к сожалению, нифига не могу. Ладно. Давайте делать вид, что так и было изначально. Так, у нас есть какая-то катана. Нет, слушайте. Мушкет. А давай возьмем вот вместо этого. У него урона вы видели сколько? Нормально, просто 500. 500 дамага с нифига. Могу ли я прыгнуть и срезать что-нибудь, получив за это? Видимо, нет. Чуть не забыл, что даблджамп есть. Так, у нас есть пика точеная. А давайте вместо вот этой возьмем. Приятные атаки. Но к копью, как вы понимаете, надо по ним привыкать. Так, вот эта штука, смотрите. Видите, снизу у меня теперь мейн горит. Если я нажимаю на правый сосок, мне приятно. И происходит плюс один. Большая благодарность Эфираду, что объяснил, как это работает. Таким образом, мы можем увеличивать основные характеристики нашего персонажа. Я пытался посмотреть карты, но ее нет. Так, тут тупик. Странно, возможно, как действительно в Dead Cells и потом будут какие-то штуки активироваться. Так, что-то нашли. И все. Экстра хилку, то есть я могу похилиться и восполнить. Звучит как хороший план. Пока что приятно, копье себя показывает. На самом деле надо было проверить, ваншоты от копий или нет. Это какой-то, видно, очень бронированный парень. Я думал, он меня победит. Но, к счастью, победили мы. Так, что можем улучшить? Хм. Выбора не было, ну да ладно. Интересно, сколько тут всего биомов будет? Так, какие-то... Давайте возьмем, в любом случае, лучше текущего. А потом уже будем разбираться, куда идти, зачем идти... Слушайте, а почему все вот эти вот противники стали какими-то... с какой-то аурой непонятной? Какая-то бомба-липучка. Давайте вот это возьмем. Потом попробуем посмотреть, как это работает. Хорошо ли, плохо ли. Простые просто отлетают за 2 секунды. Хороший урон. Я бы сказал, великолепный урон. Да, я прям в воздухе могу стрелять, это круто. Было бы круто, если бы его говняшка его же и убила. Жаль, что такого не получилось, но да ладно. Не успел создать какашку. Мне на радость. Так, еще более хорошая первого уровня. Урона больше. Ну, вроде бы. Вроде лучше. Офигеть, урон. Я люблю бомбы. Давайте я дополню, что в рамках этой игры
дополнительное оружие прокачали. Это ли не плюс? Не знаю, я бы все-таки сказал, что управление не супер отзывчивое, к сожалению. И к нему все-таки ряд вопросов есть. А я бы хотел отметить то, что копье очень удобное оружие. Оно очень далеко бьет. И даже некоторых стагерит противников. Так что копье наш про. Не иначе, полагаю. Давайте сюда сходим сейчас. Поглядим, что у нас тут интересного есть. Мы там были, походу. Так, я тут... Я назад вернулся. Блин, вот как карта нужна? Блин, ну неужели нету кнопки карты? Видимо, нет. Ладно, разберемся так как-нибудь. Копье лучше моего, но нет, хуже моего. К сожалению. И здесь мы просто могли найти лут, который, к сожалению, был хуже нашего текущего, так что просто двинемся дальше. Так и думал, что где-то слева снизу будет босс. Тогда и пойдем. Там были, там тупик. Вот почему бы в последней комнате не сделать телепорт? Мне кажется, было бы круто. Но круто, знаете ли, не было. Гляньте, как стагерит офигенно. Великолепное оружие. Это копье. Так, тут тупик. Хорошо. Вот сюда почему-то телепорт додумались сделать, а дальше не додумались. Как работает, я не знаю. Так, прыгай осторожно. Ну, в принципе, мейн оружием мы и так в первую очередь деремся. Плюс немножко монеточек. Я нажимал ворот, но кнопка не прожалась. Вы знаете эту кнопку. Придется лечиться. Угу, хилки только 500 дают. Окей. Наверное, возьму. Так, налево или направо? Давайте направо сначала. Потом налево. Поглядим, что где и как. Ну, я нажимал, кнопка съедает, как будто. Очень неприятно. Что есть такое? Кунаи? Я, наверное, ставлю свое. Так, телепорт и проход дальше. Окей. Я пока не готов. Видимо, карту только на телепортах можно увидеть. Не совсем приятно, но куда деваться. Так, это торговец, видимо. Я бы хилки купил, врать не буду. Кунаи, сабля и какая-то фигня. Жаль, не повезло, не повезло. Видимо, не всех противников можно уронить, полагаю я. Так, 418. Давайте пока свое оставим. Мушкет тоже приятный. Кто бы что ни говорил. А шо он прыгает? Так, мужчина, ты мог бы сильно не отталкиваться? Потому что не хотелось бы упасть. Так, здесь какая-то улучшение пик точеных. Я себе еще плюсик сделал. Ну хорошо, хорошо. Пригодится. Погнали на босяру сутулова. Хотя бы одного победим, не туда. Так, вот сюда. Засосало. Интересно, босс тот же самый будет или другой? Да, отличный, можно скипать. Это просто великолепно. Мое предпочтение разработчикам. То, что они не глупые. Блин, он бьет. До этого не бил.
Так, он что, черепа кидает? Я, наверное, все еще не победю его, потому что я не понимаю его мувсетов, к сожалению. Перетанковать попробую. Он уронится должен был, нет? Братишка, сердечко, давай, доставай. Я буду делать дамаг. Ай, давай, чуть-чуть отбить. Полшишечки ему отбить. Просто отталкивается, нам не больно. Давай, давай. Сосать, сосать, босс. Я должен его одолеть. Ага, псина, я тебя одолею. Отлично, дело сделано кое-как. Так, нам дали какой-то порошок. 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 Я на самом деле осуждаю порошок, но нам его дали. Ладно. Так, мне бы хилок, хилок, много хилок хочу. Что это такое? Это вот улучшение. А как выбирать, что именно я хочу взять? Одну всего. Блин, а что так мало? Ян Чанс, улучшение. Forge Weapon я пока не буду, я не умею. Так, Activation. Что такое? Угу. 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 Новые мувы. Видимо, я не могу. Ну, мы попробовали. Первый раз завалили босса. Сейчас поглядим, что тут дальше у нас находится. Ну, или не поглядим. Визуально тайлсет особо не поменялся. А на фоне я, наверное, босса сейчас буду видеть. Типа в первой локации вот та пипяка была. И с ней мы дрались. Что будет здесь? А я не знаю. Вы знаете? Если знаете, расскажите. Ну это реально, слушайте, Гаку. Я вот узнаю их из нёшки. Почему-то улучшить не могу. Блин, какие же задники красивые, ну типа серьезно. Тупо, я бы на самом деле максимальное количество хилок хотел увеличить. Потому что я прям чувствую, что это не ошибка. Летательная штука. Эй, летательный аппарат, мать твою. Текай сила. Ты месяйся. Так, лук точеный. Лук точеный. Блин, у него так сосет. При всем моем уважении к лукам и лучным мастерам. Луковым мастерам. Конкретно у этого атака сосет. Тупо как гэнгстер стрелял. Слушайте, мне походу восполнили мои бросательные вещи. Ё-моё, там кого-то конечности варят чьи-то. Тупо жесть. А это колесо. Слушайте, так это же тупо не око. Видимо, в Нио есть какой-то бестиарий, точнее, в Японии есть какой-то бестиарий, и разработчики этих японских игр, игр в японском сеттинге, берут такие, хм, ну давайте мы возьмем вот этих и вот этих, и, в принципе, всегда тех же самых и берут. А, так бомба на кулдауне, мать твою, это легендарная хрень. Если бы я раньше догадался, я был бы умным, но, к счастью, я не умный. Поэтому я легко удивляюсь. Я думаю, вы уже могли заметить. Так, это мы куда? Это мы к торгов... Шо или нет? Да. Сколько? 45 кусков. У меня 12 всего. Господа, мне кажется, мы немножко не по адресу. Там Гаку сидит. Блин, очень приятная игра. Реально очень. Так, подождите, пули кончаются или нет? Как их восполнять? Мне же тоже надо знать все-таки. Давайте проверим, я выстрелю все. И у них кулдаун. Все, примерно понял. Надо будет почаще пользоваться этим. Потому что я стараюсь только основным оружием драться. Как мы можем понимать, это не супер-то и эффективно. Ну и тут тупик, великолепно. Ой, чё-то я прям... Блин, обосрался. Столько хп парафукал. Ни за что, ни про что. Блин, я очень низко упал. Прям как в жизни. Парень с моей прелестью, полагаю я. Не заметил, был урон от падения или нет? И тут я остался, да?
Да. Ну, поехали. А, вниз надо нажать. Охренеть, как неудобно. Блин, да чего бомба сексуально дамажит. Think first purple, battle. А чем она ранг 3, ранг 3? Ну она же хуже намного. Да, намного хуже. Даже скейлы у меня лучше. Ой, сюда лечил очка. Нафиг мне материал панча нужны? Я потом что-то крафтить буду, походу. Вот ты бля какой. Хитрый геймплейный элемент. Сейчас бы прыгнуть и выстрелить, дружище. Давай этого Андерсона разнесем на кусочки. Так, куда нас телепортируют на этот раз? Угу. Возможно, стоит того. Что такое? Давайте возьмем вместо этого. Угу, окей. И я думаю, копье возьмем. Брикотап. Быстрее как будто. Хороший торговец. Профитный торговец. Теперь я буду на бомбах просто бабах-бабах. Думаю, будет профитно. Так. Это что, ранг 3? Teach of the battle. Я не знаю, что это. Давай глянем. Не, я такое. Хадукин не хочу. Какой-то... А, я могу саб-оружие улучшить. Окей, понял, плюс понял. Не до конца, конечно, но примерно понял. Ой, как я обосрался, не то вообще нажал, но бывает. Я люблю обсираться. Я бы сказал, я мастер своего дела. Теперь комбинации хватает, чтобы завалить их, это великолепно. Так, сейчас бы прыгнуть удачно. Но удачно пока не получается. Как же оно шотает их. Так, 86. Давай Вира посмотрим, насколько они хороши. Ого, ого, молниеносные атаки. Такое мне нравится. Давай попробуем. Просто как птица, как летающий сокол. Просто красота. Большой глаз куда-то убежал, испугался. Очень, очень опасное колесо. Мы его сейчас одолеем профессионально. Я же сказал. Дело сделано. Так, это, видимо, улучшалки местные. У меня голова горит, ё-моё. Что происходит, дядя? Потушись. Как потушиться? Что-то есть предположение, что далеко мы не уйдем. Если, конечно, из какого-нибудь этого не выпадет хил очка. Хилочки нет пока. 44. Не, я думаю, вот эти лучше будут. Они какие-то золотые. И вообще выглядит алрайт. Блин, а куда идти-то? Я же вниз там мог пойти, нет? Так, мы внизу. Да, надо низ чекнуть. Поехали сюда. К сожалению, хилок мало осталось. Мало хилок, как говорится. Горе в семье. Мушкет вместо этого. Мне бомбы нравятся. Я же увернулся, делать, ты такой пес. Все, шотный персонаж у нас стал. К сожалению. Ну и глаз, говорю, сейчас навалим. Просто если делать два видео, два забега, это будет длинный видос. Видимо, придется оставлять коротенький. Ну, посмотрим сейчас. Очень приятно играется игра, прям очень легенько, плавненько. Чуть-чуть привыкаешь к управлению и вполне себе. Так, давайте попробуем что-нибудь улучшить. Мне пики очень понравились. Саммонер у нас пока только. Так, катана. Ну, что дают, то дают. Единственное, подлагивает чуть-чуть. Так, main weapons, давай глянем. Вот мне очень понравились пики. Прикатак. Я могу 15, да? А у меня сколько? Я не знаю, сколько у меня, но походу рано пока что. Тогда мы ничего не крафтим. О, подожди. Вира мне очень понравится.
не быстрый я к ней в себя. Блин, ну приятная игра, быстро играется. Хорошо, хорошо. Боевой зонт называется вещь. И выглядит весьма недурно. Вообще на этом мы, наверное, закончим. Быстрее отрендерится, быстрее зальется. Да. Давайте на этом закончим. А в следующий раз, если вдруг вам очень понравится, вы пишите комментарии. То, что да, хотим еще и будем пробовать играть. Пока что всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья и здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно. Если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.